Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня поговорим о пионах. Вот после цветения пионы начинают активно расти. У них начинается почкообразование. Так, надо вот обрезать их. Вот сейчас я вам покажу. Вот видите, отцветшие цветочки. Надо их не коротко их обрезать, а ну вот так, чтобы вот так вот мы обрежем. Вот эти, чтобы не силу не забирали. И вот это тоже вот что-то тут досохло у меня цветочек. Вот еще один у меня обрежем, чтобы не забирали силу на семена. Они так, все это вот обработаем. Сломался. Ну вот, теперь мы все это обрезали. Вот надо под куст, на каждый куст по 10 литров воды налить. Вот, и подкормить золой. Зола у меня вот здесь. Мы сейчас ее посыпем. Я здесь маленько уже подрыхлила, чтобы ваше время не занимать. Мы их подкормим. У меня тут два кустика как раз рядышком. Мы их подкормим, польем. Вот. Польем. И потом, когда мы их польем, вода впитается, нужно обязательно замульчировать это все, чтобы зола была наверху. Ну вот, мы это все замульчируем. Сейчас вода вся. Ну вот, можно еще вот посмотрите, видите, монокалийный фосфат. Можно одну столовую ложку на 10 литров воды можно полить, и можно опрыскать по листьям. Тоже, ну, если нету золы, ну вот у меня зола есть, можно еще суперфосфат калия и плюс сульфат калия. Вот, если пионы были поражены ржавчиной или грибковыми заболеваниями, то нужно обработать листья 1% бордовской жидкостью. Ну вот лучше, конечно, это все подкармливать и обрабатывать утром или вечером. Ну вот видите, у меня они не больные листики. Вот видите, чистые, без ржавчины, без всякой. Поэтому я не буду их опрыскивать. Просто сейчас я, ну вот, видите, все впиталось, и мы замульчируем это все. Вот. Все насыпем их. Вот. Все. И все, теперь они подкормлены у брата. Вот хотела вам еще показать я его. Потом вот это у меня итогибрид. Я его тоже еще не обрезала. Посмотрите, какие у него уже семена наросли. Вот, надо срочно, сейчас же я его тоже обрежу, подкормлю. Не буду ваше время занимать. Тоже листики все чистые, без всякой ржавчины, без всяких грибковых заболеваний. Тоже так же я его сейчас подкормлю.
Вот видите, какие семена. Вот, но у этих, конечно, вот они, здесь семян не было, но все равно их надо сейчас подкормить, обработать, чтобы почки на весну хорошо развивались, и весной, чтобы было много цветов, были пышные кустики и красивые. Ну а на сегодня все. До свидания. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего.